Является у АКМ, в отличие, естественно, от новокузнечан, который довольно давно на площадке. Медведев. На просто рот. Хороший гол! Мокин! Классная! На АКМ открывает счет. Ну и отметим также Теряева и Медведева в ассистентах. Да, да. Сейчас выйдет четвертый игрок у Металлурга. Да, и шайбу еще и получает. При этом Евгений... Да, повтор эпизода. Сорокин против Попова. Переводит. Здесь и перехват Росейкин. Петров на пустые ворота. АКМ. Дальше Теряев. Первый к шайбе, но вывести не получается. И вот налево. И дальше бросок. Лопотов, Теряев. Вратарский плечом заблокировал этот бросок. Лопотов слева. Оставление. Бросок. И тут добивание. Гол. Юрий Платонов. Юрий Платонов. Ну вот смотри. Снова шансы, мы понимаем, у Кузни остаются. За минуту 41 до конца третьего периода отправил Платонов шайбу в ворота тульской команды. Вот здесь, видите, Теряев блокирует. Берзюков на синей линии. Иванов слева. На лицевую. Курбатов. Прострел справа. Платонов. И там перекладина как будто бы спасает ворота АКМ сейчас. Да. От дубля Платонова. Но шайба все еще в зоне. Тулюков снова на Платонова. Перевод направо. С неудобной пасты. Пятак. И здесь Сорокин пытается столкать шайбу. И она в воротах. Я не знаю, она будет засчитана в итоге или нет. Но она в воротах АКМ прямо сейчас. Попов тут совершенно бешено тор. Совещаются судьи пока вот так. Одним глазом смотрим повтор, одним глазом на арбитров. Вот Сорокин один здесь перед воротами. И дальше пытается продавить Попова. И вчера тоже почивал его первым. И тоже забивает. Так, здесь, по-моему, даже в штангу попал Сорокин. Да, мне тоже так. Попов. И Попов взял. Взял этот булит и приносит победу своей команде в этом напряженном матче.